Виноград? Сочный молочный, дальний восточный? Один. Среднеазийский черный виноград вот это называется Мерседес. Мы вот сушим его вот такой образом. Вот покажу вам. А потом начинаем вот, вот такой игра. Продолжаем. Угу. Посушим еще. А потом в стяжка засунем внутри кишмиш. Каждого вот большие, вот который есть. Оп. Потом экспорт. Будет большой деньги. Машина, дом. Кушаем, болеем. А на продаж сколько будет? На продаж 1 килограмм сколько будет? Ну, вот это кишмиш. Килограмм? Маис, черный маис от Мерседеса. Вот такой стилем сейчас. Ага. 87 тысяч. Вот это, да? Да. А. Обработка будет? Угу. До 300 рублей. А если внутри каждый фисташку положить, а что будет? 300 тысяч. 350. 320 тысяч будет. А. Вот вам кишмиш, маис от Мерседес, черного Мерседеса. Ага. Кушаешь, думгоза пир-пир етади, короче. Думгоза пир-пир будет, да? Да, да, во-во. Смотри, что за кишмиш, смотри. О-о-о-о-о. Вот дейкан работает. Бобо дейкон. Бобо дейкон. Абсалумака Каландару. А, Каландару. Производство Made in Sina. Каландаров Абсалумака. Да, да, да. Так что... Народ, приезжай, кишмиш кушай. Кому надо, бесплатно. Пожалуйста, посмотрим. Вот столько кишмиш, около 2-3 тонн. Даже 4-5 уже заготовка есть. Так что, народ, спешите покупать наши кишмиш, наши маис. Пожалуйста, вот она. Маис готовый уже. Пожалуйста. Тут около 500 килограмм готовим. Вон там дальше еще готовится. Вот, видите? О, полный. Это ящики. В ящике сейчас готовый, сухой, готовый. А те тоже готовый. А. В общем, вот готовый. Пожалуйста, на выбор.